дорогие подписчики, дорогие зрители. Я только проснулся, позавтракаю, пойду искупаюсь в море, сегодня воскресенье. И найду для съемки очень хорошую квартирку для вас. Дорогие зрители, я проснулся, позавтракал, поплавал в Средиземном море берега Тосно. Сейчас приехал в гости. У меня друзья, которые переехали из Казахстана, приготовили мне мой любимый вкусный бешбармак с кониной. Они продают квартиру. Я сейчас, как бы сегодня воскресенье, быстренько сниму проект, потом пойду ням-ням-ням-ням, поем. Так, значит, здесь вот такой проект, называется «Экзодус». Расстояние от этого проекта до Средиземного моря 2100 метров. Есть трансфер 5 раз в день. В центр Махмутлара едет, так что насчет поездки не беспокойтесь. Вот такой проект, квартирка, которая, то есть, хозяйка продает. Вот находится там. Восточная сторона. Здесь открытая парковка. Также в той стороне есть открытая парковка. Проект был сдан в 2020 году, так что проект свежий. Сейчас здесь я пароль наберу. Так, вот такое лобби. Хозяйка продавала эту квартиру, но теперь цена поднялась. Быстренько сейчас я вам покажу все лобби. Так, вот это лобби. Здесь есть вся инфраструктура для жизни. Тихий, спокойный район верхнего Махмутлара. Есть два лифта. Выйду я к бассейну. Вот такой бассейн с аквапарком. Детская игровая площадка там. Ну, я сейчас спущусь туда. Здесь зона отдыха. Вот отсюда у нас, это очень важно, вид на крепость Алании. Давайте я приближу. Видите, крепость Алании. По вечерам сидите тут, отдыхаете, и очень красивый вид. Можете также подняться на аквапарк, а тут тоже наблюдать за крепостью Алании. Вот вид на горы, на банановые кусты. Здесь у нас баклажаны. Кто-то посадил. Надо к нему в гости зайти за баклажанами. Здесь у нас лифт в этой стороне. Этот лифт спускается вниз, в инфраструктуру. Давайте спущусь я вниз. Вместимость 6-8 человек. Шестиэтажный проект, он как семиэтажный. Квартира находится на четвертом этаже, но как пятый этаж. Мы сейчас идем на нижний этаж, цокольный, чтобы я показал вам инфраструктуру. Кого интересует недвижимость в Турции, хотите купить квартиру в Алании, недорогую, бюджетную или элитную, роскошную, обращайтесь, у меня есть на любой вкус, на любой выбор. Квартирка, земельный участок, вилла и тому подобное. Сегодня я постараюсь вам показать еще земельный участок. Так, здесь детская игровая площадка. Здесь у нас мини-бар, кафетерия. Тут фитнес. Такой фитнес-зал. Сейчас мне надо поднять. Здесь. Так. Идемте дальше. Тут у нас скрытый бассейн на 10 метров на 3 метра. 10 на 3. Тут у нас переодевалка, раздевалка. Тут также женская, мужская. Здесь у нас массаж. Здесь массаж. Здесь у нас сауна. Там комната, там уже отдыхают. Вот такая сауна. Надо включить свет. Свет, включайте. Отключают. Сауна. Здесь у нас римская парная комната. Вот такая. Здесь лобби, зона отдыха,
включил свет, вот турецкий хамам такой. Все новое, все блестит, теплое, пользовались, работает. Здесь у нас зона отдыха. Так. Сейчас я выключу свет. Все. Верхний, наверх поднялся бы сейчас, здесь я. Так, ну здесь зона отдыха. Интернациональная резиденция. Так, у нас лифт, мы куда должны были подниматься, здесь. Поднимаемся на 4-й этаж. Айдату этого проекта 260 лет. Поднялся я на 4-й этаж. На этаже у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 квартир. Это просто на коридор. Я уже чувствую запах бешбармака. Как вкусно. Входим в квартиру. Бешбармак меня ждет. Вот такая квартирка, двухкомнатная, 60 квадратных метров. Сниму санузел, вот такой санузел. Проточный водонагреватель стоит Veito Electronic. Она подороже, чем другие марки. Veito. Здесь... Не завидуйте, дорогие зрители. Такой я вот человек, меня вызвали на бешбармак, чтобы съесть. Быстренько отсниму, а то остынет. Так, вот наша гостиная, совмещенная с кухней. Бытовая техника, все бэка. Квартира продается пустой. Если доплатите 3000 евро, квартиру вам продадут с бытовой техникой. Вот кондиционер бэка. Здесь у нас спальня, и телефон оставили. Вот такая спальня, платяной шкаф. Вот. Здесь есть проход также. И такой просторный балкончик. Просторный балкон. Вид на эти виллы. Этот вид у вас никогда не закроется. Вид на горы. Здесь у вас есть вид на море. Вид на бассейн. Восточная сторона. Время съемки 11 часов утра. Я позавтракал, но... В желудке я уже нашел место для вот этого вкуснейшего. Так. Дорогие зрители, хочу подвести итог. Кстати, здесь, если кондиционера нету, но квартира по-любому продается пустой. Если доплатите, они все оставят. Придется докупить кондиционер. Так, сделаем так. Дорогие зрители, новый проект. Новая квартира. Мало жили тут. Цена этой квартиры 47 тысяч евро, она продается пустой, и если доплатить там 3000 евро, я еще с хозяйкой, мои друзья, обсужу, ну, 60 тысяч цена с мебелью полностью, как вы видите. Все, если вам понравилась эта квартира, этот ролик, бешбармак, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, и комментируйте, не забывайте комментировать. С вами был Агасия из Солнечной Алании, район Верхний Махмутлар, канал Paradise Alanya, недвижимость в Турции. Всем пока-пока, а мне приятного аппетита!